Александрович, вам органично было? В целом, да. В целом, да. То есть ведешь. Есть контакт с аккомпанементом, это все замечательно. А кода мне все равно не хватает. Ты там торопишься. Ты не наслаждаешься ей. И в кульминации, что делать-то с ней, понимаешь? Ты умочка, не первая твоя высокая нотка, до модуляции мне больше понравилась. Она не должна ползти никак, солнышко, она должна улетать вверх. Ты ее как бы стараешься дольше продержать. А зачем? Ты понимаешь, пока есть, пока тебе комфортно, ты ее держишь, а потом отпускай наверх. Потому что это уже, вот эти передержки, это искусственные уже передержки. Они вне твоего тела и твоей жизни. А не надо. Вот сколько, как тебе хорошо, я же тебе не говорю, вот столько держи. Сколько хочешь, сколько чувствуешь, так и делай. Но ни в коем случае не накидывайся дальше. Ты ее дорабатываешь, аккомпанемент играет, и все хорошо, это и дальше потом продолжать. Потому что там закавыка была там чисто интонационная тоже. А ее не должно быть. И давайте сейчас финал спою, и потом еще разочек все сначала. И постарайся все-таки не подглядывать. Неделя до экзамена. Джульетта, дай Бог тебе здоровья. Александр Ильич, давайте самый финал. Самый-самый финал. Самый финал. То есть две фразы. Хожу куда хочу. Мне это нравится. Только не нужно смущаться-то. Отыгрывай это все. Головной. Единственное, что у тебя там после этой высокой ноты, там какая идет строчка? У меня это текст, ладно. И вот у тебя, ты сидишь на А. А лучше спустись сразу. Она там тоже каверзная. То есть, во-первых, тебе легче. И поняла, какое место? Да, еще да. Разочек это же, прежде чем будем сначала петь. Сейчас прочувствовал финал? Да. Ну вот, я сама речь тоже прочувствовала, я уверена. Поем еще раз, это же место. И то, что все. И как, насколько была выдержана пауза, это замечательно. Вера, когда послушала тебя, да, вот она говорит, что вот все мы с разным характером и с разными темпераментами. И это нормально, и это слава Богу. Я не представляю, если бы все были одинаковые, чтобы было.
Ей кажется, на ее характер, она же предложила эту песню, да. То есть она же знает все это. Да. Она чувствует вот эту боль, вот это прощание, вот эту невероятную боль совершенно иначе. То есть она говорит, мне показалось, Джульетта так хорошо, но мне кажется, немножечко как бы все-таки агрессивно, чуть-чуть вот как бы... Может быть. Угу. Может быть, но я... Нет, подожди. Подожди, я еще раз говорю, мы все, если ты сейчас изменишь своему как бы вот внутреннему стержню, если у тебя совпадает точка зрения, вот твоя личное отношение к песне Звериной, то да. Если у тебя она иная, и ты будешь подстраиваться, понимаешь, по-другому. Ну, ты... сразу тоже не хочется, но если я как-то неправильно выражаюсь, нет, я это... пою, нет? Нет, нет, я имею в виду, что... Типа... Она говорит, что немного агрессивно, да, поет? Иногда да. То есть я считаю, что... Ну ладно, тогда я так чувствую, может. Вот, понимаешь, во-первых, ты это можешь чувствовать в силу своего темперамента, mm-hmm. потому что лодка и этот рыбак, понимаешь, их взаимоотношения, это взаимоотношения мужчины и женщины, mm-hmm. в принципе, понимаешь? Да. Слишком агрессивное взаимоотношение. Получается. Ну, ты подумай, как бы, ты подумай, хочется разных красок. Mm-hmm. Понятно, что в кульминации там ничего, не, там все прекрасно, там твои чувства вот эти вот все, потому что это душевный крик. Mm-hmm. Может быть, в первых куплетах где-то как-то, может быть, еще что-то по-разному. Попробуешь без бумажки, она тебе вот это мешает, она тебе, эта бумажка. Давайте сейчас с самого начала, и замыливать мы ее не будем. Ты сейчас прекрасно спела. Mm-hmm. И кульминацию в модуляции спела прекрасно. И финал мне очень понравился. Поэтому пой, как ты чувствуешь, убирай бумажку. Давай, убирай бумажку. Попробуй. И все-таки ты не хочешь настойки, хочешь так? Да. Ладно. Хорошо. Александр Ильич, будьте добры, с самого начала. Вот подожди. У тебя... Да я учу. Я понимаю, подожди. Еще есть время. Послушай меня внимательно. Угу. Есть такое понятие, как спеться. Угу. Мало выучить текста, нужно еще... А у нас через неделю экзамен. Угу. Поэтому ты будешь выходить из положения. Как хочешь. Да я знаю, я понимаю. Все, убираем бумажку. Мы же останавливаться не будем на экзамене. Мы не будем. Я дальше буду играть. Ладно. Убираем бумажку. Ну, все. Конечно, Вера даст хорошего пинка за это дело. Она говорит, Джульетта любит сочинять там. Поэтому... Это у вас в крови. Да? Это у вас в крови. Сочинял? На ходу? Так что ты великолепно начала. Великолепно. Вот так и пойдем. Текст не знаю. Учить, конечно, ты будешь, но выходить из положения ты будешь. И так как ты ходишь на занятия раз через пять, поэтому я хочу сейчас послушать все, тебя, ладно, как я. Это будет в среду. Все. А давай. Мы в среду сдаем, да? Мы в среду сдаем. Ладно, давай, все, я поняла. Давай еще раз. Поехали. Yeah.
умница, конечно, умница. Мне не хватило все равно фирматки там, после высокой этой нотки. Не торопись. Ты насладилась? Да. Ну ладно, если ты насладилась. И потом, смотри, Александр Владимирович играет, идет послесловие та-та-та-та-та-та-та-та. Ты не имеешь права вообще, даже если ты на уроке. Ты на меня смотришь уже, Наталья, ты ничего. Да ничего, да. За эти ваши отсутствия нет еще вот этого, вот той органики все. Понимаешь, вот она ждет прилива. Она ждет его. И все нет и нет, и нет и нет, и нет и нет. Она не может пока отправиться за ним. Вот и не смотри пока, Александр Валерьевич, все вот это вот ля-ля-ля, это те волны, которые просто, они совсем маленькие волны, а ей нужны большие и все. Самый финал еще разочек. Вот все равно, вот что бы вы мне ни говорили, ты вот говоришь, тебе хватает. Может быть. Может быть, тебе и хватает, но у меня всегда, с кем бы я ни разговаривала, с кого бы я ни учила, директор, мне кажется, что я опоздаю, директор, мне кажется, что я много сижу. Я говорю, что значит «мне кажется»? Надо чувствовать. Понимаешь, да, разница? Человеку, когда кажется, это, сама понимаешь, из какой-то оперы. Поэтому здесь нужно чувствовать, если тебе органично. И тем более, понимаешь, нет привычки, вот приходите, когда вы обучаться, когда живой аккомпанемент, а мы привыкли все с фонограммами, это тоже все. Нужно вот отойти вот от этого всего и все. Еще разочек коду и все. И потом мы с Ариан позанимаемся, и потом еще с тобой позанимаемся. Да, да, мы с тобой еще позанимаемся, потом с фонограммами. Да. Пока не будет снята педаль. Педаль пока еще звучит. Последний аккордик сыграйте, значит, и на педали. Понятно? Да, понятно. Пока звучит еще. Пока не снята педаль. Вот тогда ты вышла из образа и стала вновь не лодкой, а Джульетты. Да. Понятно? Великолепная сейчас. Вот сейчас ты удержала больше. И прекрасная была атака после нее. Чистенько все. А начало опять немножко там сыгранула, да, по интонации. Самое начало, кульминации. Чуточку сыгранула. Поэтому мне нравится твоя позиция с точки зрения любви к агогике. И ты всегда поешь по-разному. И это говорит именно о том, что ты свободна своей интерпретации. И это потрясающе. Саяна, прошу. Прошу, солнышко, а потом мы продолжим. Александр Ильич, отпустим, а потом тоже.